31 декабря, 15:38. Мы сейчас планируем выезжать за детьми, за племянниками. Повезем их на елку в центр. А там немножко погуляем. И дальше сам Новый год будем отмечать у сестры и мужа в дружной такой семейной обстановке. Хотела вам показать, я беру с собой пиджак от Zara. Там на месте меня будет ждать уже мое новогоднее платье. И на всякий случай я хочу взять пиджак, чтобы дополнить его пиджаком. Сейчас я приняла душ вот с такими средствами. Это миндаль от L'Occitane. Маленький формат, уже у меня не первый раз, очень мне нравится. И как-то так получается, что конкретно именно этот аромат у меня ассоциируется с чем-то таким торжественным, праздничным, волшебным. И я всегда использую, вот когда мне хочется такой атмосферы, либо как раз вот по праздникам, я пользуюсь конкретно этими средствами. И здесь мои туфли, тоже беру их с собой. Всю косметику, все, что мне будет необходимо, я сейчас быстренько запакую и тоже все это возьму с собой. Нам нужно будет еще заехать в магазин и потом за детьми. Этими сережками я дополню свой образ. Смотрите, какое нереально красивое небо сегодня. Точно будет холодно. Потрясающе. Здесь моя новогодняя косметичка, это то, что я сейчас возьму с собой и сделаю макияж немножечко попозже. Отдельное видео такое делать я не буду. Тональная основа Шанель, румяна Шанель, тени Dior, консилер Шанель, увлажнение для губ это Лукас Папайя, а потом беру еще Duraline от Inglot, он мне может пригодиться для нанесения блестящих теней. Помада Tarte Ista Tarte матовая. Карандаш коричневый Cascade of Colors для век. Кисточки Chanel Kabuki. Emart номер 10 растушевочная для теней. Эмарт номер 4 синтетическая растушевочная. И вот такая MAC 217 старенькая. С этим буду делать макияж новогоднюю ночь. Это мое шикарное платье на празднование в новогоднюю ночь. В стиле 20-х годов. Сейчас, конечно, плохо будет видно без примерки. Но общий вид такой.
подарки Лего для Ваньки и украшения, сережки для Олечки. Оля, будем соревноваться? Ваня, ты в тапочках? Всем привет, мы снимаем видео. Да ты что? Мы снимаем видео про нашу Оля, вот ты заказывала улицу. Деду Морозу снег? Да. Считай, что это тебе Оля подарок. Заказала Дедушке Морозу снег. И он вот выпал. И смотрите, вон у нас столько машин. И у нас, короче, снег.